Так, я не понял, смотрите, это денежное цунами уже прямо недалеко от Ничего нашего места, себе, где мы с вами денег? Сегодня в бункере будем строить за 60 секунд. Это что вашу дивизию вообще происходит, я не понимаю. Прием, друзья, успеем. На связи Шедимен, конечно же, Леди Леская. Всем привет. И Нубик. Привет-привет, друзья. Добро пожаловать в 60 секунд челлендж в Майнкрафте. В этом челлендже мы ровно за 60 секунд в креативе берем все вещи, которые успеваем, и ровно из этого потом в выживании строим бункер против сегодня цунами из денег. Но это цунами настолько близкое, и оно настолько быстро идет, что мне кажется, мы ничего не успеем, так что прямо сейчас полепи лайк под этим видеороликом, потому что чем больше лайков наберется, тем больше вероятность того, что мы сегодня справимся. А те, кто из вас еще не подписан на канал, нажимайте на красную кнопку подписаться и точно не пожалеете. Не забывайте про канал Лески. Ну все, погнали сажать вертолет, потому Давайте. Что цунами уже максимально близко приблизилось к нашей делать? Строительной площадке. Знаете, у меня такое чувство, как будто бы нам придется с вами, короче, взять предметы, то, что мы успеем за 60 секунд, и быстро-быстро передислоцироваться, потому что это просто невозможно. Оно очень так. близко. Все, пойдемте, да, пойдемте. Сейчас где? Я 60 тут, да? секунд. Так, как хотите. Я не знаю, что мы будем делать. Мне кажется, мы не успеем. Возьмем вещи и потом так. решим, ага. кто что будет делать, окей? Да, давайте. Все, погнали. 60 секунд. Раз, два, три. Все, 60 секунд пошли. Давайте решать, кто что успеет взять. У меня сегодня есть небольшой план действий, который я хочу воплотить в жизнь, так но хорошо, пока что я. Пока что я искал в этот блок, я просто-напросто уже потерял огромное количество времени. Ага. Так, так, так. Так, успевайте брать самое главное, все прям то, что возможно, я не знаю. Просто там, вообще неизвестно, ой-ой, все так, надо, не знаю, не знаю, не знаю, что надо, нужно что-то крутое, бомбическое, наверное. Вот все, что успеете взять, главное быстро. Дверь тут еще. Уже все остальное, мне кажется, точно не важно. Так, это схватили, это схватили. Ой-ой-ой, как же я не так, успеваю. Все, по-моему, или нет? Надо еще какие-то блоки взять, я не знаю, какие просто. Тоже... Так, а, пускай я будут, пускай будут, например, так. Я знаю, что... Нет, это я взял. Так, так короче, ладно, пофигу. Это возьму вот надо, такие да? блоки. Вот такие. Ага. И, еще наверное, в принципе-то... На этом можно заканчивать с этими блоками. А может так, и нет, быстрее, я не знаю. Быстрее, ладно, вот такие. А, и еще самое главное, что не забыл, короче, вот так. это надо обязательно взять. Так, и стоп, одна минута прошла. Да все остановились. Ладно, ну все, как? Включаем выживание. Все, выживание Давайте. У нас включилось, и мы с вами ничего больше взять точно не Давай. Успеем. Я погодите, сейчас, стойте. А? Как вы предлагаете строиться? Вы что, не видите то, что цунами, оно буквально через минуту оно накроет давайте нас? Давайте скорее, я не знаю, давайте что вниз делать-то? Тогда, вниз, давайте бункеры. Вниз? Да. Ладно, окей, давайте, нам нужно в любом случае успевать. Так, Нубик уже начал строиться, это он хорошо сделал, так. Так. Ой-ой-ой, да. все. Ладно, слушайте, кстати, это классно, жуть. То, что я сегодня взял одни очень и специальные, супер крутейшие блоки. Какой-то подземный. Так, 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 так. Я не знаю, роем, да? как или как? Хотите, или у нас цунами под боком Короче, находится. Короче, выживать, я уже ничего не думаю ни о чем, мне либо это лишь бы сейчас успеть на самом деле. Так, 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 все, так, спокойно. Знаете, самое ужасное, то, что я не успела взять еду вообще. Ага, я взял еду, я взял, все в порядке. Короче, знаете что, самое главное, чтобы нас сейчас не накрыло основной волной. Вот, то есть нам нужно сверху что-то такое построить, что не накроет. И мы, считай, с вами уже плюс-минус уже будем хоть в минимальной какой-то безопасности. Так что, давайте. У меня такие дурацкие блоки по цвету, я вам серьезно скажу, это просто кошмар. Леска, ты что делаешь? Я понять не могу. Да я хочу яблочко добыть хотя бы. Яблочек добыть? Так я же говорю, у меня куча еды есть. Ага, я могу вам мясо потом передать. Все, ладно. Все, давайте. Заходите. Какой телевизор еще? Так, все, ставлю крышу. Все, у меня крыша есть. У меня крыша есть. У меня, по сути, смотрите, мой бункер уже готов. Все, смотрите, вот такой вот. Все, смотри, он как будто бы земляной, но на самом деле не земляной, он внутри стеклянный. Я скажу, я прикольно. Ты тоже что ли шпионские блоки взял или нет? Нет. А нет, все, окей, ладно, хорошо. Так, все, конечно, у меня супер некрасиво все выглядит, это прям дурацкий совсем. Я как-то необычно. Так. Короче, ой, а что с вертушкой делать? Стойте, я вертушку с собой заберу. Опа, вертолетик мой, вертолетик мне вот сюда. Так. Не зря взял деревянные блоки. Закрываем. Будет уютный Закрываем. Пол в доме. Так. Пол, да, главное, хорошо, мне вообще пофигу на уют сейчас, потому что я боюсь, что меня затопит просто и все. Так. И смотрите, цунами уже вот-вот уже прям как будто так, бы до наших стен доберется. Уже... Так, нет, конечно, не придем. Так, и нам получается. Так, что мне осталось сделать вообще? Слушайте, я такой. Зачем у меня 64 печки? Зачем мне 64 верстака? Погодите, я только что заметил, что у меня 64 верстака. Да ты все, наверное, что я это взял вообще?
Какой он бред прав. Вообще, я не знаю. Ладно, придется что-то выкручиваться. Буду дизайн из верстаков сейчас делать. Слушай, я надеюсь, что у меня выдержит верстака. Так, Нубик, аккуратнее, быстрее заходи внутрь уже, сейчас тебя накроет. Сейчас накроет. Леска, ты забаррикадировалась там внутри, надеюсь? Да. Все, отлично. А где у тебя выход на улицу? Пока нет, но я его если что изнутри сделаю. Так, хорошо, вы двери... Стойте, давайте, свет взяли все? Нет, свет не взяла. О, свет не взяла, еду не взяла. Наверняка еще двери не взяла даже. Нет, и лестницу, наверное, не взяла. Взяла, лестницу взяла. Ага, ну ладно, так, я в конце лампы как раз хотела взять, но так как уже нельзя... Да здравствуй, дизайн из верстаков, короче, на моей базе лютый такой. Так, кстати, слушай, это интересная идея, на самом деле. Посмотрим, да, как это будет выглядеть, я такого еще не видел нигде. Возможно, получится очень прикольно. Все, смотрите, нас накрыло с первой секунды. До свидания. Слушай, просто это первый до раз мы выживаем в процессе, строимся и вообще да, как-то все это необычно. Намного жестче, нежели чем мы тогда ждали, цунами вообще не пришло. Сейчас мне кажется, пришло я сейчас куда быстро. Более собралась и как-то быстро-быстро быстро мочу тут. Ой, слушайте, это мочу, просто выпили глаз на самом деле. Это дизайн называется, серьезно. Кошмарный дизайн, просто отвратительный, честное слово. О, у меня вообще дверь открылась, здравствуйте. Ой, что происходит? Так, а как мне делать-то теперь? Что-то я аттракционы сделала у себя дома. Здесь меня не затопит. Какие аттракционы, я думаю о том, быть, как бы мне только выжить сейчас и все. Красивое. Короче, ну у тебя бункер один в один, как в прошлый раз. У тебя вообще никакой креативности нет, походу. Ты снова вагонетку-то наверняка, да, дурацкую поставил какую-то. И все. Понятно, все, Нубик. Ну ты, конечно. Ну так что одно и то же все время делаешь? Я так, о, все поставил. Аттракционы очень интересные. Я поставил верстаки, теперь думаю, как мне вылезти отсюда. Да. Так, ладно, придется как-то, наверное, через лестницу, что ли, все сделать. Так, и нужно срочно свет лепить, короче. Сейчас, не можно я приду за едой? Нет, нельзя. Ты что, строй бункер давай дальше. Ничего себе ты, конечно, совсем уже. Так, и строй дальше, меня не волнует, Нубик. Ты что, пока все не построят, никому никуда нельзя. Что-то как первый раз, серьезно. Опа. Все, работает, короче, я сделал. Тут два человека, кому-то кататься, да. Что еще можно сделать-то мне здесь, я даже не знаю. Придется какую-то либо вторую комнату еще одну, что ли, делать, я не знаю. О, я придумал, что сделаем. Так, сейчас посмотрю, сколько у меня блоков-то вообще осталось-то. Блоков не особо много, что-то как-то. Короче, я себе толком ничего не успею построить, по-моему. Честно говоря, толку от них. У меня немного блоков. То есть у меня 64 верстаков, только 28 осталось. Дом накрыло этим денежным цунами. Сюда. Я пошел вниз, короче, до свидания. Буду дальше какую-то комнату сейчас обустраивать. У меня, кстати, это так красиво. Так, стоп, а я... А, ну так у меня еще 64 сундука. Слушайте, я себе такой склад сейчас гигантский сделаю снизу. То, что вообще самый гигантский склад. Слушай, но у меня ничего такого нет, честно говоря. Так, не знаю, зачем я это все брал. Я без понятия вообще. Так, так. Слушай, короче, а что делать? Много места, если так мало ты взяла предметов интерьера? Погоди, а какие-то предметы еще взяла? Что-то мне интересно даже. Да. У меня кухня, у меня оборудованная кухня. А, ты взяла, короче, такие декоративные предметы да просто? Да, я все время люблю декоративные предметы. А зачем? Предметы всякие дома обустраивать. Да, красиво там, типа, вот это все. Ну да. Так вот, чтобы ну, у нас классно. При этом сегодня даже заданий нет, но сегодня просто надо выжить. И вы взяли какие-то блоки, придется себе стены из плит, получается, делать там. Опа. Какие плиты? У тебя везде из плит, этой газовой плиты какой-нибудь, я не знаю, что там из всего вот этого. Я не знаю, как это будет выглядеть вообще. Сейчас посмотрите у меня. А то радует то, что пока что нас не пробивает цунами, который сверху находится. Так, главное, чтобы снизу только красиво все сделать. Так, я сейчас все это подальше, сейчас все это сделаю тут. Так, 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 так. У меня получается минус два этажа целых под землю уходит. Короче, первый, так, второй. Слушай. Очень опа. Глубокая база выходит из всего как этого. Штука? Так, конечно, у меня, скорее всего, этих глиняных блоков не хватит. Совсем, совсем, совсем. Чуть тебя заливать начало? Меня чуть не залило. Вот, вот именно. Успела поставить блоки. Да, 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 поставила. Так, все, сейчас как я склад сделал, чтобы он работал еще при этом. Чуть не произошел жесть. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаю обязательно. Так, и получается, какая-то маленькая комнатка и бункер такой себе. Что-то мне как-то не особо нравится, особо мне не нравится, как он ну, а чё, у меня снаружи выглядит, прям такой какой-то противный вообще, не знаю. Так, все, ломаем. Нубик, ты потом давай сходим, дальше строй, да, что-то там маленькую какую-то будочку получается. Построил и все. Будочка. Ты подземный комплекс сделал, кстати, какой-нибудь? Нет, у меня нет лестниц. Нет? Чего, лестниц? Нет, да, ну да. Сделай ступеньки вместо лестницы, я не знаю. В чем проблема-то? Ты же можешь по-разному карабкаться там. Так, а так, все, да. Ты даже инструменты не взял, что ли? Леска, ты-то инструменты взяла? Да. Ну все, хотя бы леска взяла. Так все, а зачем тебе еще что надо? Кирка, лопаты и все в порядке. Что тебе там еще надо, чтобы тебе ломать там полы делать и потолки класть? Так, так я пол себе из верстаков тоже сделаю. Давай, делай.
О, прикольно, так, кстати. Так, тем временем, наверное, самая высокая волна цунами уже нас накрыла там. Опа. Да, вообще непонятно, как... кстати, сколько там вообще высота. Опа. Так, что мне делать, какой здесь? Нет, о, мне сейчас кстати, шкаф, я пока кроватку добываю, поставить. Можно сделать как что-то жалко, вроде что вот этого. Так. Опа, я ничего не взял из этого, я вообще ничего не взял. Просто много различных хаотичных блоков. Взял и все. Так. А, я 28, получается, 1, 2, 3, 4, 5. А, ну деревянный пол красивый, но 3, у меня, к сожалению, 2, 3, 4, 5, 6. 6 на 5, 30 получается. Согласна. Так, у меня здесь блоков не хватит в любом случае. Так, придется что-то придумывать так, здесь так, тоже. Так, ладно, что я сделаю сейчас? И как нам еще базы соединить, интересно? А, кстати, надо, да, надо понять, а кто в какой стране, я уже запуталась. Так, ну можно на улицу выйти и сориентироваться как-то, наверное. Да, главное, чтобы не затопило, я, честно говоря, не рискую. Это вот сюда, все, светло более-менее, пойдет, короче, так. И все вот так вот лепим такими штуками. Опа! И практически у меня база моя получается готовой, кстати. Немного осталось совсем. Все, это вот так и вот сюда. Осталось только мне чуть-чуть, короче, со стены подработать. И, в принципе, у меня будет идеальный бункер, как по мне. Ну, практически идеальный. Так, только придется лестницу, видимо, подразобрать все-таки в этом месте. Эх, ковры чтобы бы было взять, красиво ну, очень. Да, ковры, кстати, тоже не помешало бы, а то как-то очень как-то скучно получается. Да, неуютно, да, как-то? Так, сюда, сюда. Да, очень как-то кстати, очень неуютно нельзя. Совсем получается. Что вот, нет, освещение я на этот раз взял. Я всегда его забывал, да но на этот раз тоже... я его взял. Я всегда так, его забываю. А что у меня здесь такое получается? Что какая-то непонятная тоже фигня. Так, ладно, придется тогда сделать как-то вот так. Да, я вот не так знаю. Сейчас буду делать. Придете, посмотрите, как так, я обошла. И не помешали бы люки мне. Так. Но о, кстати, я никаких. Придумала штуку прикольную. Я думаю, вам понравится, когда вы придете ко мне. О, так, стойте, погодите. Ох, что ж на улице только происходит, это просто сейчас на улице... Я, да, у меня дверь открылась, и у меня, получается, вода внутрь не заходит, и я могу спокойно просто выходить, опа, и у меня тут ничего со мной не произойдет. Так, ладно. Так. А что это такое? Алиска, что это за блоки какие-то стеклянные возле базы, короче, что это такое? Возле базы блоки стеклянные? О, здорово, слушай, я чуть тут, я тебя вижу, базу твою, там булыжник валяется, что-то со стульями какими-то. А, где ты, я тебя вижу. Вот, что это такое здесь? Привет. Что это за фигня? В смысле? Почему фигня? Ай, ё, ухожу назад, меня бьет, короче. Красиво. А ты можешь тебе еды можешь как-то закинуть туда, не а знаю? Вы а как ко мне я не прийти? Знаю. Нет, Нубик, все строятся еще. Подожди, все строятся. Нам просто надо прорубить проход и идти друг к другу. Так. Давайте прорубим. А, у меня еще одни прикольные блоки, кстати, есть, я их не использую. Вот, сейчас. Все, наконец-то. Так, смотрите. Это сюда. Так, они же сейчас объединятся, мне это не надо, чтобы они объединились. Как сделать-то тогда? В смысле, мы ладно, что ли пофигу, пускай, а короче. Не-не-не, сундуки ставлю, у меня тут блоки, печки, мне же надо как-то это все ставить, я не знаю. Короче, у меня самый настоящий дом какого-то, получается, знаешь, как ремесленника какого-то, отшельника. Короче. Либо ремесленника, ой, этого выживальщика реально, то есть прям такой жесткий, короче, прям, что-то склады и тому подобные штуки всякие лежат. Так, я даже сейчас вот здесь это дело так положу. Так, вот сюда. Все, слушайте, это реально дом цунами для человека, который любит складировать все подряд. Ничего себе. А мне такой дом. Только нам надо определиться с глубиной, то есть слишком, чтобы сильно друг от друга не перекопаться сейчас. Потому что если чтоб как-то. У меня 4 блока глубина где-то. Так, я сейчас попробую к тебе прокопаться, короче. Очень. А нет, стой, погоди. Я тоже попробую к вам прокопаться. Так, нет, Нубик, вот что, давай мы сами прокопаем. Сейчас. О, Леска, здорово! Слушай, смотри, как близко-то оказывается. Что? Привет, смотри. Шеди, у меня 2 кусочка. Вообще, смотри, идеально. Ты прям на склад, прям. Нубик, ну-ка, сейчас погоди, я сам к тебе начну копаться. Один уровень. Слушай, нифига, у нас класс. Мы вообще на одном уровне построились. Ой, Нубик, тут вообще что-то какая-то пустота, не знаю, у него кого-то поели тут, не знаю кто, как чешуйницы побывали. Да ладно. Так, сейчас, погоди. А что тут такое? Нубик, а у тебя что-то высота какая-то, короче, промах вообще полный какой-то. Смотри, произошел. Нубик, что-то за полость у тебя тут такие? Что-то... Пойдем. Так, тоннели. Давайте Давай. Ой, что такое? Декоративный тоннель нормально сделаем из булыжника. На, весь камень сломай и замени его булыжником. Я с этой стороны сейчас все это сделаю, чтобы было никакого камня, ничего тут не было. Все было чики-пуки, чики-бамбони и так далее. Так, и потолки надо как-то земляные тоже по-быстрому заменить, чтобы при этом цунами еще не залилось внутрь. Слушайте, ну у меня получается, смотрите, как будто это кухня, столовая, ваша так, комната. У нас какая, получается, дом, да? Кстати, у нас если объединить 3 бункера, то есть у нас получается, как будто бы у меня такой склад гигантский, и у тебя как будто бы такая кухня здесь получилась. А у меня, так, у меня стойте, сейчас аттракцион. Будет опасный маневр. Так, стойте, какой сейчас я булыжник подготовлю. Так, сюда не идите пока. Можно так, ломаем, ставим. Так, погоди, не, нельзя. Так, раз, два, опа, все, поставили. Так, дайте потолок поменяю. Так, отходи. Хорошо. Так, опа, сюда...
Опа, сюда. И последний ух остался. Ух ты, леска, вот так прикольно. Все, готово. Так, Нубик, ты что тут булыжник не поменял? Я не понял. Что у тебя тут камень что стоит повсюду? Да. Так, дайте я свет везде вам поставлю, потому что какой-то кошмар просто, серьезно. Давай, давай. Ну, у меня, кстати, светло кошмар достаточно, у меня же стеклянный потолок. А я еду. Сюда поставим, так, еду, короче, так, на, сюда. Спасибо. Так, резко, у тебя светло, кстати. Да. Ты свет не брала, что ли? Нет, у меня стекло. У тебя свет есть, получается со стекла. О, еда пришла, спасибо. Так, понятно. Я так, тебе еще вот здесь надо поменять стену, но у тебя каменная какая-то, а то и выделяется очень сильно. А, ну да, 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 я не успела просто сейчас поменять. Так, давай быстро поменяем, короче, тебе тоже. Так, давай, давай это, а я кучу ломаю, ты ставь по-быстрому. Сейчас, у меня да, какие остались белые блоки? Блоки шерсти вот эта вот, она прикольная. Шерсть у меня тоже откуда-то попалась тут, короче, на. Это моя отлетела. Так, тебе там немного осталось. Так, еще вот здесь можно поменять по-быстрому. Прикольно. Так, более светло. Вон туда еще поставь. Вон туда поставь еще. Да. Так, все? Ага. А что у тебя тут пол какой-то? Погоди, что-то барные стойки, воз... ну вот это вот почему-то у тебя. Ну и потому что не успел. Туда поменять тоже поставь. Тоже надо вот такими плитками. Нормально, даже что все идеально было. Да. Так, что-то не то у тебя. Да-да-да, сейчас. Синих блоков у меня нет никаких. Так, так, короче, давай доделывай. Сейчас ладно посмотрим, что у тебя в итоге получилось здесь на твоей базе. Так, вот так. Так, ладно, там уже оставим. Еще вот два так осталось. И белый еще, короче, и все. Все, готово. Да, что у нас тут имеется? Короче, прикольно, вот здесь у нас кухня такая получается. Такой стеклянный потолок, свет. Так, а вот это что за стекло здесь? Ну, можно убрать, я не знаю. Тут на самом деле стоял стульчик, и я его приставила к столу. А, у меня, кстати, 64 еще рычага, 62, то есть осталось, я не знаю, что с ними. На тебе можно как механизмы этот, не знаю. Для всякие крючки, короче, да, я не знаю, что а, с ними на делать. На кухне, да, кстати, короче, прикольно. Все, пойдемте так теперь ко мне. Давайте. Смотрите, база у меня начинается сверху, вообще, вот отсюда. Поднимайтесь. Слушай, короче, это шпионские блоки. Если вы выплывете сюда на улицу, вот так вот, вы увидите то, что через эти блоки в любом случае ничего видно не будет. А, да, да, да. Так, Леска, ты где, кстати? Темная. Вот я смотрю твою склад, твой склад. А мы сверху начинаем. Наверху начинается база. Я же тебе сказал, что ты там не стоишь. Да, где там стоишь? Так, ай, ой-ой-ой, сломал что двери случилось себе. Так, погоди, надо двери мне починить срочно, короче. Так, лески, понимаю, лески, короче, плохо, как всегда. Леска смотрит так, склад, леск, я сейчас приду. Нет, леска в стратосферу улетела, я все видел, как бы. Короче, пошли, Нубик, тебе хотя бы покажу, что у меня на складе происходит вообще, что? Смотри. О, леска тут. Короче, заходите, давайте вниз, спускайтесь. О, на самом деле, да склад, склад появился очень крутой. Ой, появился, слушай, говорю, получился, вернее, очень крутой. Ну, да, ты не планировал, но так как-то прям уютно, да? Слушай, погребок ну, да, такой. Ну прикольно, да, прикольно. Он мне здесь бы я точно сидел бы выживал. Абсолютно из печек и верстаков. Да. Еще у меня осталось дофигища шпионских блоков. Можно всяких представить, мне что у тебя полные сундуки еды, провизии. Я могу себе воды, сундуки да полностью всякими вот такими блоками, короче, наполнить, потому что с ними делать нечего на самом деле. Вот булыжник всякий, шпионские стекла. Что там еще? Еще одно, ой, огромнейшее количество там булыжников, ой, булыжников, печек всяких и тому подобное. Короче, погнали к Нубику, ура! Посмотрим, что у него там пошлите находится. Да, так, погнали, зайдем погнали вот сюда, так, найдем, вернее, начнем сверху. Так, Нубик, короче, да, сделал ступеньки. Кстати, было бы прикольно, если бы ты сделал ух так, чтобы ты, у тебя железная дорога место тянулась не просто так, как ты делал в прошлый раз, чтобы она у тебя соединялась между первым и вторым этажом, чтобы мы мог перемещаться на вагонетке между давайте двумя попробуем этажами. А все уже, какой уже все не успеваешь, а тебе, да, чтобы у тебя так весь сделать, дорога короче. У тебя отдельные мы сейчас тебе сколько, тебя столько это чинить все. Ну ладно, давай быстрее только все, давай ставь это сейчас. А погоди, как ты, Нубик, к такому пришел к прикольному нет, решению? Нет, нет. А я не, он повторяет все одно и то же просто. Тут ничего прикольного нет на самом деле. А я не он помню, постоянно так делает все это было, в прошлый раз, да, он уже так делал, короче, точно так же абсолютно. Слушай, ну Нубик, так у тебя целая тут железная дорога. Тоже, была железная дорога и все. Что-то как-то только очень коряво все это соединять, непонятно. Там даже соединиться, иначе не проедешь. Ну, Бек, нет, все, у тебя тут дорога, не соединиться, короче, уже. Я не знаю, что с ней не так. Ну, вот она так, тогда вот, будет короче конечная. Вот это вот конечная станция. Так, у меня так, тоже. Так, попробуй, погоди. Она проедет или нет, так нет, вот через да пути вряд ли сломанные. О, смотри, поехал. Только давай, она давай у тебя. А, у тебя тут непросчитанная высота, Нубик. Короче, иди математику короче, учи, что ты тут не так надо сделал. Дорабатывать у тебя просто угол наклона вообще тут неправильный какой-то. Все, я пошел, короче, склад к себе на базу. Все, самое главное то, что в любом случае наши бункеры против денежного цунами сегодня получились, ну, очень уж крутыми, я пошла как по себе мне на кухоньку. Так, а я тоже к лесу куда-нибудь еще, наверное, попробую. Смотри, так, что, себе, я понял, вообще что забрался. Так, да, я пока что пойду вот сюда. Скалолаз. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось пережить супергигантское цунами из денег в Майнкрафте в бункере за 60 секунд. И мне кажется, получилось очень-очень круто. И на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья.
Всем пока-пока!